Всем привет! На YouTube-канале Ван Дам. Смотрим бой против индивида Атачи на карте «Затерянная дорога» в напарниках Аль Капон. Ну, на самом деле конфо-карта, кто бы что ни говорил, тяжело здесь играть, отыгрывать именно от Яохама. Вообще тяжелая карта для любых атак, так же само от конфедерации, за счет этих глупых лесов, узкие проходы. Сбор ресурсов, ну, мне кажется, 60 на 40 в пользу конфедерации, но все равно нам этого не помешало, то есть нам этого в принципе хватило, чтобы более-менее средне развиваться. Задача была также сама сделать штурмовой отряд для захвата ресурсов дополнительных. Я прекрасно понимал, что противоположных игроков какой бы штурмовой отряд не был, он бы все равно не сработал. Так как не надо забывать, что индивид перекач, а Атачи еще больше перекач. Ну, тут еще спорно, кто из них перекачанный. Потому что у индивида жестчайший кач, так как он там тестер. Еще непонятно, почему он находится в сообществе ютуберов. Такое непонятное. Очень много циклонов было сделано со стороны противников. Так же самым молоты. Серберы, вот самое больше чего я боюсь, это герои, потому что показывает, как показывает практика, герои 7-8 уровня, это имба имбовая, которую очень тяжело контрить, чтобы уничтожить того же самого сервера, там 7-8 уровня, понадобится как минимум 2 ягуара, 3 этих самых дикобраза и еще пехота дополнительно. И по времени это уйдет где-то минут 5 для уничтожения одного Цербера. То есть это довольно-таки очень мощный прокачанный герой, которого тяжело чем-то уничтожать. Мои герои на самом деле на дне. Чтобы их поднимать, нужно очень много донить, это как минимум. Потому что та же самая со 6 уровня, она ни на что не способна. Ней только контракты делать. Ничего более. Чертежи очень тяжело даются. Чтобы их собирать, это надо где-то полгода. Чтобы насобирать эти 4000. Да, 4000 надо, чтобы открыть 7 уровень. По поводу там этого крота я вообще молчу. Чтобы его 7 уровень сделать, это ты что, это надо года полтора. Если не донатить, чисто на рекламках и на конвейерах собирать. Развитие моего напарника было таковым, что он выходит как бы в авиацию и делает Яоха. Тоже пушечка стоит, потому что понимает, что с этими ребятами шутки короткие. Молоты, церберы без пушки никак. Я сам пушку не качал после одного, только вот на днях. Пару апгрейдов кинул и сейчас планирую еще снайперскую вышку качать, потому что оборонка, не более такие как пушка-вышка, нужна. Даже если это ПОшка фиг с нею, для моей тактики она особо не нужна. Но вот вышка и пушка это обязательно. Раньше я что-то об этом не думал, но вот последние бои показывают что-то того же самого Цербера без пушки не отбить. Ну вот, особенно после сбора ресурсов, да, после сбора спорного ящика, этот мини-отряд отправляется на вашу базу. А у вас в это время обычно там, ну, броник, какой-то дикобраз, максимум там вышка, и вы выходите в развитие. И этим самым сервером молотом противник начинает вас давить за счет героя, который уничтожает любую технику, у вас возникают трудности. Вот пытается меня подловить, ну, бездарно. Два залета вертикса было, никакого урона не нанесли. Вот пехота в туман идет, но я понимаю, что это все фигня. Бояться мне нечего. Я вот таким вот образом не особо обращаю на торы, пытаюсь догнать тех самых зевсов Атачи или индивида и их уничтожить. Но не совсем все получилось, так как появился уже мощный зевс уже 27 ранга. Насколько я помню, синим был Атачи, зеленый был индивид. Ну, на самом деле, в бою я думал иначе. Вот такая вот, не знаю, глупая ли это была атака или нет, потому что другого варианта я не видел.
в любом бы случае слив был армии. Как бы хотелось так, чтобы более больше войск осталось под туманом, но всего-навсего сохранил 2 ягуара и 2 хамелеона. Опять же забыл, что такое вертикс, насколько он имбовый, но одно порадовало, что есть армия моего напарника, какая-то оса. То есть напарник тоже пытается отыгрывать за счет осы. Оса у него 7 уровня. 7 уровня это уже довольно-таки поприятнее, чем 6 дно. И тут вот 2 хамелеона разряженных и 1 ягуар. То есть вот такая вот атака произошла. То есть не могу сказать, что она бездарна. Напарник хорошо отыграл. В принципе, у него были 2 кречета, 3 кречета. Да, эти кречеты как минимум хватили, уничтожали торов. Неплохо их уничтожали. И так же самое базу, армию индивида мы практически все уничтожили. Вот эти вот торы и аэродромы мы сейчас постараемся их добить. Также сам не забываем, что у нас есть дозаказ, и свой дозаказ я отправляю именно сюда. Хочу все-таки добить этого индивида, чтобы он уже не рыпался, но не совсем все получается. Очень сильно обращаю внимание на то, что фуловый аэродром. Это меня, конечно, удивил. Неприятно, но удивил. Постоянно эти торы летают, конечно, есть уроны, но одиночные торы — это дичь, это фигня, это не страшно. Тем более атачи, грубо говоря, постоянно масса. Опять же, мой напарник заезжает через этот проход, прошла стенка Генка, я это так называю, со стороны индивида, потому что другого образа для отбития 2 его хамов у него нет, то есть не может отбивать 2 его хама. Есть зевсы того же самого атачи и кричат моего напарника, так что сам видим. Пошла атака на моего напарника, а у напарника нифига на базе нет, кроме кречетов. Я вот делаю вот таком свой яохам, отправляю на базу того же атачи. Прекрасно понимаю, что у него тут только торы и максимум какой-то заказ, там 2 зевса под щитом. То есть в первую очередь я уничтожаю аэродромы. Весь свой заказ отправляется именно сюда. Тем же самым напарник пытается прорваться здесь. И вот пошла бомбардировка торами и мини зевсы щит. Ну как мини, довольно-таки неплохая армия под щитом. Несмотря на то, что только что неплохой, хороший был прилет торами. И практически убитый завод. И я, честно говоря, не знаю, как мой напарник отбился, довольно-таки молодец. Я тем же самым чудом уничтожаю эти аэродромы, очень сильно бронированы. Видать, тоже фуловые, ну, не видать, примерно такие есть. Пытается атача их отстроить. Это, кстати, успел отстроить, но идет уничтожение базы. В первую очередь стараюсь уничтожить завод, чтобы мои техники, чтобы не производились эти зевсы, потому что 3-4 зевса по щитой, в принципе, могут отбить этот его хам спокойно. Тем самым мой напарник смог отбиться. Смог отбиться почему? Потому что до заказа никакого не было, для поддержки авиации тоже не было. Индивид, конечно, тут ковырялся, но отвлекающий яохам сработал на ура. И мой яохам тоже свою задачу выполнил. По-моему, на какой-то из этих минут уже атача сдался, и индивид так же самое с ним. Ну, по-моему, индивид не сразу, он еще сопротивлялся, если я правильно понял. Ну да ладно. Так что, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки, комментируйте, понравился ли вам бой против индивида и атачи или нет. Всем пока.